своим впечатлением, и сегодня я для вас снимаю летние напитки. Они получались очень вкусными, так что не ленитесь, сделайте их. Ладно, не буду много говорить, поехали. Для мохито нам понадобится мята, лимон, лайм. Но лайм я нигде не нашла, поэтому можно обойтись одним лимоном, спрайт и сахар. Нарезаем лимон. Лично я его нарезала кубиками. Вы можете нарезать его как хотите. Самое главное, чтобы он был с кожурой. Не забываем вытащить оттуда косточки. Как мы порезали лимон, вложим его в какой-нибудь кувшин, там, где мы будем делать мохито. В этот кувшин мы ложим листики мяты. Лично я добавила очень много, и это получилось очень даже вкусно. Добавляем сахар. Лично я добавила 2 столовые ложки, а вы можете добавить сколько хотите. И потом мы все перемешиваем. Потом льем спрайт в наш кувшин, и наше мохито должно отстояться в холодильнике 2-3 часа. Потом на ваше усмотрение вы можете добавить лед, и наше мохито готово. Для чая нам понадобится клубника, лимон, мята, сахар, кипяченая вода. Нарезаем клубнику, как показано на видео, и бросаем в кувшин. В кувшин бросаем порезанный лимон с кожурой. В этот кувшин мы бросаем листики мяты. Как мы положили листики мяты, мы ложим 1 ложку сахара. Все перемешиваем и заливаем кипятком. Наш чай готов. Для коктейля нам понадобится молоко, банан и мороженое. Режем банан. Как мы порезали банан, мы должны положить его в какую-нибудь тарелку, там, где мы будем делать коктейль. Сверху мы поливаем молоко и добавляем туда мороженое. И всю нашу смесь мы взбиваем блендером. Но блендера у меня не оказалось. Наш банано-молочный коктейль готов. По такому же способу можно сделать просто молочный коктейль. Если тебе хоть немножечко понравилось мое видео, то, пожалуйста, поставь палец вверх. Ну что ж, на этом все. Всем пока-пока!